Всем приветики, всем большие приветики. Вегуся у нас всех зазывает кушать. Вегуся всех зазывает, да. Эти уже только после нее, как она вот на меня поворчит и говорит, мать, пора есть. В общем, она у нас следит за временем еды, да? Ну все, все, даю. Ой, даю. Так, раз тарелочка, два тарелочка. Три тарелочка. Бусечка, я про тебя помню. Тебе в стороночку. Бусь, да не отходи ты, я их отогоню. Отгоню вот эту вот маленькую заразу. Что она к тебе в миску? Милочка, ты маленькая, тебе поменьше мисочка. Кушай, бусечка. Все время тебя девчонки обделяют, да? Обделяют. Да можешь и поворчать? Можно. Только вздыхает он на них. Так, и вы, девочки, каждая из своей. Донечка, у тебя тоже самое положено. Курочка с морковочкой. Ай, как интересно посмотреть-то у всех остальных. Вот как же интересно. Вон, бери пример с Вегуськи. Кушай ты из своей тарелочки. Буся молодец. Да, молодец ты, ты молодец. Умный мальчик. Прям отобирают у тебя эти девчонки, скажи, поэтому приходится быстрее кушать. А то вон, три вот эти матерые бандиточки так и норовят у Буськи слопать что-нибудь. Вот молодцы, каждая из своей тарелки кушаете, маму так радуете, а? Прямо мама рада. Все кушают, каждый в своем. Да, молодцы какие. Ну вот иногда... Проходит так, что никто не лезет. Вот только Милочка начала тебя хвалить. Вас всех хвалить. А ты хочешь к Доне залезть? И мне то же самое. Все то же самое. Вот, три девчонки и Бусечка в сторонке. А то они, если рядышком поставить, они обязательно свой носик-то любопытный к нему в миску засунут. А вдруг у него что вкуснее есть? Он быстрее съедает, скажет, наверное, точно что-то вкусное ему докладывают, что он так быстро съедает. Буся, скажи, я просто съедаю потому, что боюсь, что эти девчонки отымут. Они такие малышки, воровашки. Да, малышки, воровашки? Ну вот пока мы с вами прощаемся со всеми. Всех целуем, обнимаем и хорошего настроения вам желаем.